про команду. На как устраиваться? Самый высокий экран. Уважаемые товарищи, всех мы поздравляем сегодня с выдающимся праздником. Это не только день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, это праздник создания великой нашей державы, Советской России и Советского Союза. Мы сегодня пришли вдвойне поклониться основателям этих выдающихся государств. И Владимиру Ленину, Иосифу Виссарионовичу Сталину. И тем создателям, и той команде, которая осуществила это грандиозное великое действие. Изменило мировоззрение, создали страну, где человек труда стал хозяином. Покончил с безграмотностью, совершив индустриализацию, разбив всех и вся, кто пытался задавить молодую Советскую Республику, создавал уникальный Советский Союз. Сто лет, и мы, кто постарше, сегодня склоняя голову, говорим и говорим спасибо и убеждены, что на всемирном суде истории эти выдающиеся люди будут удостоены, конечно, памятника. А сегодня наша память, наше признание, наша благодарность – это живой памятник создателям нашей державы. Советский Союз совершил великое действо, создав союз братских стран. Мы все помним, независимо, белорус, украинец, или там грузин, или азербайджанин, или кто любой другой, нация, человек, все были родные, близкие, друзья. Это было очень важно. К этому стремиться должно и обязано человечество. А здесь живой пример вот этого величия. И через этот союз, через это братство, прошедшее через горнило октября, гражданской войны, интервенции, вот эти делегаты, проголосовав, дали путь и движение Советскому Союзу. Ени Ленина позволил совершить уникальную эпопею возрождения новой державы, создания новой державы. Через военный коммунизм, НЭП, коллективизацию, индустриализацию создал уникальную армию, свои инженерные кадры. И наша армия расколотила фашистов. А потом были не только великие дела в борьбе за мир на планете, а потом были и другие свершения, и покорение космоса. А до этого была целина, а до этого еще ядерный щит был создан. И великие стройки от Магнитки вот туда, до БАМа, до освоения всего того, чем сегодня живет наша Россия и наши братские бывшие страны, ныне независимые государства.
именно энергетика Советского Союза отапливала и освещала всех и вся, включая Европу. И не только Европу. Советский Союз давал более 20% волового мирового продукта. Был мир на земле. Наши танковые армии, которые были в Европе, охраняли этот мир на планете. Клеветники всякого рода, космополит всех мастей и либералы не перестают клеветать и плевать в сторону Советского Союза. Они плюют в тот колодец, в те родники, из которых и сами сегодня питаются и пьют эту воду. Уважаемые товарищи, мы сегодня еще раз хотим сказать, что гордимся и всегда гордились нашей великой Родиной. Пример этого величия, этой победоносной поступи, которая воплотилась в знамени победы, является сегодня для нашей России маяком. Мы поняли, что 30-летний тупик, куда свели американцы, ЦРУшные и моссадовские заправила, ничего не дали, кроме крови и потери огромного количества людей. И на смену хозяину, человеку труда, пришли олигархи, ну и чиновничьи раньше. А рабочий человек стал опять на обочину. И это привело к тому, что сегодня идет война. Она и не кончалась все это время. То Приднестровье, то Осетия, то Грузия, то чуть ли не гражданская война с Чеченской республикой. Нам надо брать пример величия нашей державы, Советского Союза. Бороться за единение, за братство людей. Справедливость, соборность, чем живет русский менталитет и всего нашего многонационального народа. Это все надо брать за основу. Вот это вот выдающееся, обостренное чувство социальной справедливости. А когда основная масса работающих концы с концами еле сводит, я уже не говорю о пенсионерах, о молодых людях, которым трудно сегодня. Это беда. Это беда. Сегодня лучшие из нас защищают нашу Россию и нашу генетику, генетику бытия. Того бытия, которым мы гордимся, а не того, который нам сегодня пытаются навязать и привезти с Америки и из других стран. Мы боремся сегодня по-прежнему за ячейку общества, за семью. Здоровая семья – это здоровое государство. Это всем должно было понятно быть столько лет. Это говорили лучшие умы человечества. Уважаемые товарищи, мы, конечно, сегодня, отмечая столетие и день рождения генерального, гениального, выдающегося отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина, хотим пожелать нашим ребятам, бойцам на Донбассе, всему народу во всех четырех новых территориях нашей Родины мира над головой, победы быстрейшей. Вчера президент награждал большими орденами руководителей всех четырех республик, а Донецкой и Луганской независимой республики руководители получили высшие награды. Заслуги перед Отечеством первой степени. Мы буквально на днях, два дня назад, отправили выдающийся огромный конвой на Донбасс. Я должен сказать, что в этом конвое планировалось 7 большегрузных 20-тонных машин, ушло 8 и плюс одна машина ушла с Абхазии, которую организовали наши товарищи. Вот такой огромный конвой. За 250 тысяч только детских подарок. И что в этом конвое только не было для наших бойцов. Мы следующий конвой начали готовить и будем отправлять его в феврале месяце. Мы с первого дня после прихода сюда к нам, непосредственно Крыма, все делали для того, как партия, чтобы быстрее случилось то, что случилось, когда сегодня вошли в наши братские территории, в нашу великую Россию. Еще раз, склоняя голову перед гением Владимировича Ленина, перед уникальной прозорливостью и огромным практическим опытом, которым
обладал Иосиф Семенович Сталин и накопил его по существу, создав Советский Союз с нуля, мы еще раз говорим о необходимости в срочном порядке брать за основу возрождения нашей Родины программу КПРФ. Именно программа КПРФ направлена на благо и развитие нашей Родины и обыкновенного человека, врача, учителя, рабочего, крестьянина, инженера, ученого. Именно эта программа дает возможность двигать промышленность, сельское хозяйство, а не жить в угоду олигархии. Мы вместе сегодня с нашими ребятами бьемся здесь в тылу для того, чтобы был рекордный урожай, чтобы до фронта было все, что необходимо. Но пожинаем плоды утраты этих 30 лет. Когда разоряли нашу армию, когда уничтожали наши оборонные предприятия, сколько пришлось нам биться для того, чтобы усадить знамя победы, сохранить оборонные заводы. Вот этот знаменитый топ-рем и другие выдающиеся те машины и системы, которые советские ученые тогда наработали в виде проектов, а сегодня это воплощается и в жизнь. Это большая работа патриотов нашей державы, Компартии Российской Федерации, всего нашего огромного левопатриотического блока. Он и сегодня здесь присутствует, а не космополитов и либералов, которым, когда, как говорится, уже по башке ударили основательно, вот они стали играть патриотизм. Еще раз хочу всех поблагодарить с великим праздником, с праздником нашей большой Родины. Мы бьемся за то, чтобы ее возродить, чтобы Союз снова был настоящей могучей силой и осуществил ту же политику, которую осуществлял Советский Союз в борьбе за мир и за общие ценности человечества. Спасибо. Ура! Спасибо. Ура! 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 Ребят, всем большое спасибо. Лен, тебе огромное. Все, что приезжали. Я не видел, я снимал. Здоровье будет получше. Сережа, пойдем с молодыми ребят, поговорим. Ребят, счастливо. Да, всего доброго. Пока не убежали. Опоздал господин Парфенов. Почем Сталин? На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет, с песнями борясь и побеждая. Наш народ за Сталином идет. Спасибо за внимание.